Всем привет, с вами Елена, вы на канале Я на кухне. Сегодня готовлю рис с грибами. Итак, для начала берем стакан риса и хорошо промываем. Рис я хорошо промыла. Далее вливаем сюда опять воду. Убираем в сторону, пусть пока постоит. Морковь натираем на терке. Лук нарезаем на маленькие кубики. Берем 2 зубчика чеснока. У меня вот таких 4 мелких. Нужно их измельчить. Овощи мы подготовили. Далее берем грибы и нарезаем на небольшие кусочки. Ну или по вкусу, как вы любите. Далее берем наш рис, еще раз вот так хорошо промываем и выливаем воду. Наливаем растительное масло. И на среднем огне будем обжаривать лук, морковь. Лук обжариваем 3-4 минуты. Кладем сюда морковь. Один раз вот так перемешиваю. Кладем грибы. Далее все это хорошо перемешиваем и будем все вместе обжаривать примерно 5-7 минут на большом огне. Вот на таком. Про грибочков не забываем. Грибы пустили свой сок. Кладем сюда лавровый лист. Соль по вкусу, я кладу пол чайной ложки, куркума и черный молотый перец. Лишняя жидкость весь выпарилась. Кладем сюда чеснок. Промытый рис. Огонь делаем минимальную. Все это хорошо перемешиваем, обжариваем все вместе еще 2 минуты. На 1 стакан риса я взяла 2,5 стакана воды. Можно взять бульон. Огонь я прибавляю. Лавровый лист я убираю. Свое дело уже сделал. Ждем, когда все у нас закипит. Итак, все у нас тут кипит, бурлит. Пробуем на вкус. При необходимости добавляем соль, перец. Все делаем по вкусу. Огонь делаю минимальную. Вот так достаточно. Накрываю крышкой и готовлю до готовности. Точное время я уже скажу вам в конце, ну приблизительно 20-25 минут. Прошло ровно 15 минут, я вижу, что рис у меня готов. Беру деревянную ложку, все хорошо перемешиваю. Выключаю. Опять накрываю крышкой, убираю в сторону на 10 минут. Ну вот, и все, вот такой вкусный ужин мы с вами приготовили. Рис с грибами. Вишенки дали такой обалденный аромат. Очень вкусно, рекомендую попробовать. Такая вкуснотень. Ну вот и все, приятного аппетита. Всем пока, до новых встреч.